Толчок, и мы сразу бежим, где мы должны создавать зомби. Что видите? Мне 11 тысяч. Так, мне 11 тысяч уже. Хорошо, я скоплю. А сейчас пошли на хер. Кстати, когда я хотел, типа кафе, ну, когда прошел раунд, уровень, там, типа, тебе говорит, в кафе или продолжить охоту. И мне тут, представьте, человек горит, или не может. Говорит, может быть, вы купите 3 дрона? Третий дрон. Это говорю, ну давай. А там, за 180 таких вот штучек. Ну, сотен, да, так. Ладно, положимся с тобой. Ладно, иди, как ты работаешь. Нет, ну только не ты. Да ну, что мне не везет? Вот это. Да, только 2 я поймал. Ну, по-моему, 6. Да, кстати, вы помните, недавно у меня было 11 057. А вот я по-моему, 1 минутку сыграл, а уже 4.51. Да нет, ну дайте посмотреть хотя бы. Где тут кто? Я не знаю, что я хотел. Что интересно хотел. Ребят, скажите. Мне стучали мышки. Так, теперь мы знаем. Если мы можете. Что-то повозились с первыми. Еще повозимся со вторыми. Как я говорил, по-моему, в предыдущем ролике, смеется тот, кто смеется последний. Все. Все, у меня настроение более улучшилось. И на них подожму. Ух ты! Кстати, тебе же в школу! Школу, давай, переставай смотреть это. Ладно, шучу. Смотри это видео. Я пошутил. Тебе не надо в школу. Школа уже закончилась и все. Ну, уроки закончились. 100%. Даже 1 000 000 кроссов. Тут у вот этих вот машин разницы нет. Какие-то без стекла,
и длинные, а какие-то с стеклом на высоту. Стоп, как я. Короче, ребят, как вы думаете, как назвать этот ролик? Я думаю, назвать... Ну, когда этот ролик закончится, тогда, наверное, я его назову. Ну, допустим, у меня там будет 14 уже тысяч. Я назову, типа, ролик, где я смог в этой игре... Он в меня ударил. Не хотел уже смеяться. Люба! Да ну почему мне не может быть удалить? Кстати, я узнал, что это воробка. Всегда мне дают такие. Конечно, плюс то, что много монет смогу вытащить. Хорошо, выманил дальше. Дальше гоняем тебя. Хо, давай еще. Да. Нет, ну лучше. Фу, хорошо. Как же сложно вас убить. Да ну почему? У меня какие-то страшные попадания отсюда. Вот такие вот вы. Иногда минус, то, что когда я их... Иногда минусы, когда я их обгоняю. Минус, следующий остался, и посмотрим, какой у меня будет дальше. Интересно, какой он? Хоть полюбить. Ну, что может быть? Еще. Так. Теперь у меня все машины работают, кроме тех, кто создает банкейки, и кроме мороженого. Ну, не этого зеленого, а синего. О, идем. И 3, 2, 1, бум! Ура! Вылез. Хотя, нет. Первое, плохо, что ты вылез. Второе, плохо, что ты вылез. Так, а когда я иду... Один транквилизатор, жалко. Хорошо, не радуйся раньше времени. Давай, гоняем, девочки. Оп, дальше я сюда. Не достал, думал, достану. Ну. Буквально три у меня осталось. Вот забрал. Все, и там музыка. Все, не конец. Кстати, на что он успокоился? А, нет. Думал, он успокоился. Потому что я за ним не гонюсь. Три. Жалко.
дальше. Все, банкейки производим. Сахарную пудру производим. Леденцы производим. Все, первое нет. Все по нулям. Все по нулям. По большим нулям. 4000. А точно раньше, по-моему, было 3500. Шо? А не будем тратить деньги пока. Здесь. Видите? Тут как типа вот такой. А тут типа все хорошо. Хо-хо-хо-хо. Три, два, один. Я тебя всегда сюда. О, я перепрыгнул. Змеи легче сейчас. Что, змеи легче? Ау. Ой, привет. Все. Единственный плюс, то, что мы хотя бы уже услышали, как он смеется. И надо было, или стоило это того, или нет. Ничего на зеленые и желтые тут. Вот тут. Но тут, кстати, все еще работает. Продать все не получается. Мне нужно подождать где-то 16 минут. Потом сниму ролик. Кстати. Ладно. Привет. Мы на этом закончим. С вами был Домашний Паучок. Всем удачи, всем пока.